Копья! Господин Андрей Камин готов. Дмитрий Свинтицкий готов. Слушай, Лесели! Браво, браво! Аплодисменты Андрею Камину! Аплодисменты Андрею Камину! Еще одно прекрасно сломанное копье! Очко господину Андрею Камину! Сильный короткий удар, и копье сломано! Вот мы видим, что в этом бою Андрей Камин проявляет свои лучшие чемпионские качества. Прекрасно! Дамы посылают платок в знак своего благоволения господину Андрею Камину. Господа, копья. Господин Дмитрий Свинтицкий готов. Господин Андрей Камин готов. Слушай, Лесели! Браво! Браво, браво, Андрей Камин! Дмитрий Свинтицкий чудом усидел в седле, чудом его отбросило на круг лошади. Очко господину Андрею Камину. Обалдеть. Аплодируем, аплодируем бойцам и Андрею Камину. Он превосходно провел этот завершающий бой. Аплодисменты Дмитрию Свинтицкому, потому что он не сломал копье только лишь потому, что он сорвал щит соперника. Удар был великолепен, его энергии хватило для того, чтобы лопнул ремень и щит слетел. Но именно поэтому энергии удара не хватило, чтобы копье сломалось. Давайте поаплодируем, устроим овацию Дмитрию Свинтицкому. И обоим бойцам они показали прекрасный завершающий поединок в этом раунде состязаний. Господа, снимайте шлемы, потому что дамы посылают вам свое благоволение и кольца на арену. Снимайте шлемы, снимайте щиты. Ждите решения дам.